Ерофеям, 2019 год. Первый выезд в этом рыболовном зимнем сезоне на это озеро. Проехались мы по нашим любимым лункам, по нашим любимым точечкам. Рыбы нет. Что делать, не знаю. Сейчас начинают ставить самоловки, а друзья мои пробуют ловить там ерши, еще какую-то мелочь, которая начала попадаться. Вот пока двигался по маршруту установки самоловок, на каждой лунке пробую выпускать блесну, и вот поймал плотичку, окушка. Сейчас буду смотреть, можно ли ловить здесь плотву на блесну. Финская блесна симфония. Снега сверху льда примерно 40-50 сантиметров, и получается вот глубина, вот я только-только им достаю, то есть 35-40 сантиметров снежный покров. Вот всю эту кашу, когда сверлишь, вода начинает подниматься, и затем снег набухает, и вокруг образуется снежная каша. Температура минус 4, минус 5, не холодно, но при этом достаточно сильный ветер, с сильными порывами, с таким достаточно острым снегом, колючим. Вот, на озере, кроме нас троих, Дима Бутаков, Серега Мацелевич и я, больше никого нет, рыбачим. Вот сейчас пробую буквально на блесенку, насаживаю опарыша и пробую вытаскивать рыбку. Но надо обратить внимание, что для плотвы обычно привычная снасть все-таки это мормышка. Блесна, она вот в Карелии для плотвы не самая популярная снасть, но однако она тоже работает. Ждешь окуня, а попадает ёж. А иногда и ёж не попадает, попадает мелкая плотва. Но в целом вот достаточно удачная блесна симфония Кусама. И очевидно, что плотву мы нашли. Радует то, что это новое место. Каждый год я нахожу какое-то новое местечко, где держится плотва. Где держится плотва, там и другая рыбка подходит. Вот, маркирую эти места. Ну и каждый год начинаю эти места объезжать, где-нибудь рыба попадет. Этот сезон удачный, новое место нашлось. До связи, если будет что-то интересное, я еще вам включу камеру.